доброту глухой услышать может и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, озарим, давайте добротой. 18 декабря 2017 года, в канун праздника Николая Чудотворца, в Государственном Кремлевском дворце состоялась 25-я церемония вручения международной премии фонда Андрея Первозванного «Вера и верность», учрежденная в 1992 году. Лагеря в таких самых сакральных местах России. Молодежь меняется, приходит с верой. Большое вам спасибо и с праздником! Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уже ожог разожглись, я шагаю с работы устало. Я люблю жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Знаки премии вручали лауреаты прежних лет. Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Иванович Якунин и председатель комитета по присуждению премии Олег Юрьевич Атьков, герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР. От президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Приветствую вас на 25-й юбилейной церемонии вручения международной премии «Вера и верность». Вот уже четверть века премия «Вера и верность» занимает достойное место в календаре значимых событий в жизни страны, пользуется широким общественным признанием. Среди ее лауреатов представители самых разных профессий и призваний, талантливые, увлеченные, преданные делу люди. Своим честным, добросовестным трудом они создают, содействуют укреплению нашего государства, вносят заметный вклад в его развитие, в продвижение высоких духовных и нравственных идеалов. Их ответственная гражданская позиция, вдохновляющая на творческое, созидательное участие в судьбе Отечества, заслуживает самого искреннего уважения. Уверен, что нынешняя церемония пройдет в теплой, доброжелательной атмосфере, станет настоящим праздником для всех присутствующих. И, конечно, поздравляю лауреатов с успехом, желаю новых свершений и всего наилучшего. Ф. Путин. В 2008 году, в первую годовщину подписания акта о каноническом единстве между двумя ветвями Русской Православной Церкви, на Галлиполийском полуострове в Турции был воссоздан памятник офицерам и солдатам русской армии и членам их семей, покинувшим родину в годы Гражданской войны. Тем самым современная Россия почтила память тех, кто в далеком 1920 году унес любовь к отчизне на чужбину. В 2010 году состоялся беспрецедентный морской поход паломничества по местам рассеяния русских людей, оказавшихся в изгнании. В нем приняли участие потомки русских эмигрантов и граждане Российской Федерации. Мы прошли в обратном направлении путь, которым более 100 тысяч русских людей покидали свою родину. Международная премия не имеет денежного наполнения, что символизирует бескорыстный характер общественного служения лауреата. В 2011 году тысячи итальянцев стали участниками программы в честь Александра Васильевича Суворова и совершенного под его началом итальянского похода русской армии. В 2017 году премии, которая присуждает за заслуги в делах по укреплению российской государственности, межславянского согласия, союза государств дружественных России и возрождению духовности удостоили 7 человек. Валерий Ганичев, председатель Союза писателей России, заместитель главы Всемирного русского народного собора. Иосиф Кобзон, герой труда России, народный артист СССР.
Я из Донбасса, и у нас есть замечательное пожелание. Никто никогда не поставил на колени Донбасс, и никому поставить не дано. Вот я бы перенял это на великую нашу, любимую Россию. И более чем уверен и счастлив, что я дожил до того, когда наш уважаемый президент заставил уважать наше Отечество, когда никому не поклонился. Петр Кононенко, генеральный директор компании «Борисфен». Страницами в истории России. Спасибо вам. Протоиерей Федор Конюхов, русский путешественник. И фонду Андрея Первозванного, что оценили мои заслуги, мою работу, мои достижения. Но все, что я делал, делаю и надеюсь, что буду делать, это все во славу нашей страны России, православной страны России. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. То, что делает фонд по сохранению исторической памяти, по сохранению и обогащению нашего духовного, культурного наследия, по воспитанию молодого поколения, заслуживает самых высоких оценок. И я хотел бы отметить также те гуманитарные программы, часть из них сегодня была упомянута в этом видео, но гуманитарные программы по оказанию содействия людям, которые в этом нуждаются и на Балканах, и в Закавказье, и на Ближнем Востоке, и в других регионах нашего очень неспокойного мира. Евгений Поддубный, военный репортер ВГТРК. Все вы видели на экранах, когда церемония начиналась. Вера и верность – это вот про таких людей. Я хочу сказать, что и вера, и верность – это то, что приходило на помощь нашему Отечеству в самое тяжелое время. Татьяна Покровская, заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания, главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию. Но прежде всего, разрешите поздравить с юбилеем. Такой замечательный фонд, святой фонд. И этим людям, которые трудятся на благо этого фонда, пожелать много сил, много здоровья во имя России, потому что они объединяют истинно русских людей, чтобы мы были все вместе. Емлина Зинаида Валерьевна. Заслуженный мастер спорта и лауреат премии Андрея Первозванного 2011 года. В данный момент я приехала со своими спортсменами. Хочу это победить на мире, стать паралимпийским чемпионом. Ой, здорово. Вот так вот. Да, чтобы тебя награждали в следующий раз. Да, 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 да. Так что вот так вот. Мне очень... Ну, я в восторге, вот так вот. Я... Начал с 2010 года заниматься. И в 2015 году стал чемпионом России. Вот так вот. И уже я международный, уже паралимпиец. Вот так вот. Молодец, молодец. Теперь кто следующий раз? Ребята имеют сложное поражение. У них у всех тяжелые формы детского церебрального паралича. Но они ведут активный образ жизни. Мы обязательно ходим в церковь, ребята знают молитвы, потому что без веры, без молитвы, я считаю, ничего ты не сделаешь, да? Я согласна. Давай. Молодцы. Владимир Иванович, поздравляем вас с 25-летием фонда. Это большой срок. Какие ваши чувства, с какими чувствами вы пришли и завершили сегодняшнюю церемонию вручения премии? Точно так же я поздравляю всех ваших зрителей с нашим праздником фонда, не только фонда, а Андрея Первозванного, а фонд – это уже как бы мероприятие, которое мы организовали. Я всем желаю мира, добра, веры и верности. Спасибо. Всего вам самого хорошего. Владимир Коновалов, Ольга Коновалова, Ирина Ахундова специально для православного телеканала «Добро ТВ».
Старайтесь быть добрее и сердечнее. Благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечней. Лишь доброта сумеет мир спасти.